Итак, я нахожусь на флешке. На флешке, значит, у меня установлена сборка Dpin 15.7 и программа System Bug. Поэтому я собираюсь сделать разметку жесткого диска некоторую и поставить на нее эту сборку. Первым делом, значит, что делаем? Ну, вот здесь вот создадим новый раздел. Сделаем его буквально очень маленьким. Ну, например, там 512, ну, 256 мегабайт. Абсолютно крохотулечный. И в формате FAT32. Вот, добавляем. Дальше, значит, ну давайте где-нибудь там гигабайт. Ну сколько там у нас? Ну 20. 20 гигабайт умножим на 1024. Корневой раздел сделаем на 20 гигабайт. Вот здесь сделаем. Ну, не хочешь так, так мы по-другому сделаем. 20, 400, 80. Добавить. Ну и оставшееся пространство я отдам под домашний раздел. Вот таким вот образом. И нажмем на кнопочку «Применить». Сейчас программа отформатирует все эти разделы в нужных мне форматах. И затем мы запустим программу SystemBug и попробуем туда установить эту сборку. Ну и посмотрим, получится что-нибудь или нет. Закрываем, ждем обновления. Только вот здесь я попробую поставить флаги boot ESP. Посмотрим, что получится. Вот boot. Флаг загрузки и ESP, флаг загрузки. Закрываем. Запускаем программу SystemBug. Но если хотите, чтобы где-то хочу скопировать с именем пользователя user и паролем единичка. Если вы хотите, чтобы у вас было другое имя пользователя и пароль, вот здесь введете имя, фамилию, дальше ваш ник или имя пользователя, которое вы обычно используете, пароль сюда, имя, название компьютера, типа PC, ноутбук, PC, десктоп. Нажимаете на кнопочку Next и попадаете вот сюда. Значит, здесь я хочу подсоединить раздел Swap. Вот он.
Вот видите, крестик появился. Я сейчас немножечко расширю. Вот видите, он виден. Дальше я хочу подсоединить вот 256 мегабайт boot. Что у нас тут есть еще? Да, boot. Сюда. Корневой раздел я хочу подсоединить вот сюда. Ну и домашний раздел я хочу подсоединить вот сюда. Вот нажимаем на кнопочку Next, Start. Ну и ждем, когда завершится процесс установки. А дальше попробуем перезагрузиться и посмотреть, что получилось. Итак, программа SystemBank закончила установку. Ну а мы давайте откроем Gparted, обновим сведения о жестких разделах. О разделах жесткого диска. Давайте посмотрим. Значит, ну вот, по крайней мере, boot ESP сохранилось. Ну, теперь я попробую перезагрузиться. И дальше уже буду вести последнюю часть видеоролика уже с жесткого диска. Итак. Итак, после небольших танцев с бубном мне удалось загрузиться. Значит, каким образом? Загрузочное меню было не обновлено. Сам DPIN такой опции не предлагал, но в подменю под Linux Mint Cinnamon. Это основное меню загрузки, а вот вторая строка, когда ее открываешь, там было такое словечко recovery, восстановление. Вот там я, значит, нашел групп изменений, значит, меню загрузки, обновления, нажал на него, и он мне полностью обновил, значит, меню загрузки. После чего, значит, я, значит, перезагрузился, нашел, значит, тот DPIN, который мы устанавливали, и вот сейчас практически мы посмотрим информацию о нем. Запускаем программу Gparted. Давайте глянем, что у нас тут имеется. Ну вот видите, значит, бутовый раздел, значит, корневой и домашний. Вот эти разделы, как говорится, мы и используем. Ну и также, насколько я понимаю, у нас подсоединен swap файл. Давайте-ка проверим. Да, и swap файл тоже подсоединен. Вот таким вот образом у меня получилось сделать. Здесь вот у меня установлен DPIN в одном разделе, а здесь, значит, с помощью разбивки я сделал загрузочный раздел, сделал корневой и домашний, и все оно, как говорится, так сказать, работает. Ну, скажем так, ручками и головой нужно немножко поработать. То есть это эту сборку может поставить, ну, скажем так, пользователь, который все-таки кое-какие навыки с Linux имеет. А кто первый раз там решил с винды все это дело сделать, записать и поставить, тут у него начнется головная боль и будет меня засыпать вопросами. Поэтому, пожалуйста, значит, если
вы неопытный пользователь, то и не беритесь ставить, значит, эту сборку. А те, кто, значит, все-таки имеет эту сборку, вот смотрите дальнейшие этапы. Ну, давайте проверим, насколько, значит, у меня тут сеть работает или нет. Вот я запускаю просто-напросто любой браузер. Значит, для меня задача посмотреть, вот будут или нет вот здесь вот меняться на циферки, то есть определить, отображается ли состояние сети на моем гаджете. Значит, ну вот я тут нажму восстановить, там ля-ля тополя. Видите, а все молчит, все немое. Поэтому я сейчас зайду вот в терминал, и в терминале я наберу команду if ewconfig iwconfig, нажмем enter, и вот это вот выраженница я возьму и скопирую. Вот. И теперь мне, значит, нужно найти, так, где у нас тут интернет, так, музыка, это поля, чтение. Да просто наберу я конки, да и все. Вот он, красавчик. И пока я будем настраивать, я пока его прикреплю к доку. Значит, вот здесь вот я зайду в настройки. И вот в сети я вставлю, ну, во-первых, Wi-Fi. А вот здесь я возьму и вставлю это выраженнице. Paste. Apply. Применить. И видите, уже циферки начали бегать. Все. Иконочки здесь мы поднастроили. Теперь дальше. Посмотрите, как верхняя панель работает. Правой кнопкой по пустому месту верхней панели. Два варианта. Вот это эффективный, а вот есть современный вид. Какой вам нравится? Я когда чистый дистрибутив устанавливал Дипина, у меня значка выхода из него не было. Я там голову ломал, а как же из него выйти? Потом нажал три клавиши, Ctrl, Alt, Delete, и у меня менюшка выхода появилась. Вот такие иногда бывают вещи. Ну, а теперь давайте посмотрим, скажем так, дальнейшие настройки. Вот, пожалуйста, вам. Здесь практически можно поднастроить все. Ну, обычно всегда, значит, ну что, настройка, значит, сети смотрится обычно. Вот здесь найдете очень подробное описание, как что настроить. Дальше тут и звук пошел. Вот здесь вот, вот самое последнее меню. Вот посмотрите, обновление, но перед началом обновлений, вот, здесь, значит, посмотрите, вот у меня выбрано зеркало, которое ближе всего ко мне. А вы из этого списка выберете зеркало, которое ближе всего к вам, и по нему левой кнопкой мышки щелкните. После того, как зеркало, значит, вы выбрали, вам, значит, нужно будет проверить обновление. Значит, так. Ну-ка, давайте-ка еще раз посмотрим. Ага, вот. Обновление. И вот программа сейчас сделает проверку обновлений. Нужны они вам или нет. Ну, вот пишет, что обновления не нужны, что все они уже сделаны. Ну, таким же образом производятся, значит, другие настройки.
Здесь вы можете выбрать себе другой аватар, который вам нравится. Вот, изменить аватар. Можете выбрать, ну, я не знаю, там, вон, воздушный шарик, допустим. Вышли из него. Будет у вас, как говорится, воздушный шарик. Все по-русски написано. Здесь, значит, настройки, значит, экрана. А здесь, значит, практически персональные настройки, там шрифты, там все под ваши глаза. Значит, здесь сеть. Сеть, значит, опять-таки настраивается вот так. Или вот когда вы кликаете по этому значку, выбираете свою, значит, сеть, там у вас появится менюшка с предложением, значит, завести пароль, заводите и вперед из песни. Значит, ну, настройки звука. Вот у меня, значит, здесь вот настройки звука имеются. Вот оно. Поэтому, значит, смотрите сами. Здесь, значит, часовые пояса. Выбирайте, время настраивайте под себя. Здесь, значит, управление питанием. Опять-таки, смотрите, все по-русски. Ничего тут особенно вам рассусоливать я не буду. Вот язык и клавиатура. Ну, поскольку у меня уже все это сделано и ориентировано на русский и на английский языки, и переключение, значит, идет по клавишам Alt Shift. Вот и все. Поэтому, хотя можете добавить, вот видите, раскладка клавиатуры. У меня, значит, стоит русская и английская. И переключение по клавишам Alt-Shift и, по-моему, клавиша Super и Space, пробел. Вот. Так что вот смотрите, здесь, значит, сведения о системе. Вот можно там почитать, там какая система, чего у вас там и как. Так что, в принципе, сборочка получилась такая хорошая. Ну, требует, скажем так, некоторых все-таки знаний в поднастройке. Но самое-то важное, что здесь вот установлена эта программа SystemBug. А это значит что? Что вы можете делать нормальные копии. Я, правда, на русском ее языке не ставил. Как всегда, головная боль. Вот. А тут всего лишь несколько там фраз надо запомнить. Но у вас появляется такой мощнейший инструмент, который можно создавать копии в своем бэкапе текущего состояния операционной системы в своем собственном формате и сохранять их или на этом разделе жесткого диска, или на другом, или на внешнем жестком диске. Значит, или делать, вот, создавать изообразы, которые можете выложить в сеть потом и поделиться со своими, скажем так, друзьями и знакомыми. Под видеороликом, под этим, будет дана ссылка, чтобы скачать, значит, вот эту сборку. А вот, допустим, как я на нее SystemBug устанавливал, ну, это, скажем так, целая песня. Через терминал ставится никак ничего не захотело. И мне пришлось, значит, вот пойти сюда, к себе, значит, на сайт. Так. Есть два варианта. Первый, значит, вот завести в поисковой строке SourceForge. Попадете на нее. В ней, значит, заведете вот SystemBug. Вот SystemBug будет у вас. Вот C Project. Смотри проект. Нажать на просмотр проекта, перейти на файлы. И вот самая последняя версия, вот 1.8, нужно скачать файл, который называется install, то есть установить. Вот этот файлик вы берете, значит, а что я, вот, нажимаете на него, и сейчас он начнет вам скачиваться в папочку загрузок. Вот, видите, процесс пошел, как говорится. Я сейчас все остальное поубираю.
Скачивается он довольно-таки быстро. Вот нажимаем «Показать папки». Здесь пока тут я все это удаляю и убираю. Значит, это один вариант. Второй вариант. Идете ко мне на крок, на кладовочку. На кладовочке у меня есть раздел «Программы для Linux». И есть, значит, строка, где написано System Bug. Вот она. И то же самое, значит, вот берете Install Pack правой кнопкой мышки, скачать, нажимаете, скачиваете. То же самое. Теперь, значит, идете в папочку. Вот у вас, значит, вы скачали установочный образ. Извлечь сюда. Извлекайте его сюда. Сам образ можете удалить. Заходите в него. И вот, находясь вот здесь, в любом месте, значит, экрана, нужно открыть в терминале. Мало того, находясь в терминале, нужно завести вот такое вот выраженнице. Sudo su нажать Enter. Попросит пароль нажать. Пароль единичка там, или какой у вас. И вот, когда уже все это дело заведено, взять вот этот файлик и перетащить его в терминал. Так, куда у меня тут терминал подевался? Ага, вот он. Вот. Взяли его сюда, вот перетащили, нажали Enter, и пойдет у вас установка, значит, System Bug. После этого еще, значит, я обычно заводил вот такую вещь. Сейчас вам покажу. Для этого мы, значит, скачаем. Так, у меня команда видео. Ну-ка, давайте. Есть там или нет что-нибудь? Не хочет. Ага. Ну ладно, не проблемно. Сейчас мы его установим. Зайдем ко мне на кладовочку. Из кладовочки на меге у меня, значит, скачаем вот файлик команды и видео. А в этом файлике у меня хранится еще одна хорошая командочка. Вот правой кнопкой скачать, обычная загрузка. Качается быстро, файлик небольшой, там 15, по-моему, мегабайт с копейками. Вот видно, как прогресс идет. Здесь видно, здесь видно. Все, файлик скачался. Так вот, теперь, значит, мы идем, открываем нашу то самое. А вот здесь установка программ. Значит, здесь находим находим, значит, установка System Bug, и, значит, вот ставим вот эту команду, устанавливаем leaf boot. Ну, я всегда обычно на всякий случай, тоже, скажем так, не обязательно, но я еще на всякий случай удаляю Casper. После этого, значит, что я обычно делаю, я, значит, иду в стейсер. И в стейсере, значит, просто-напросто, это, скажем так, мой пылесосик. Вот я отмечаю все вот эти вот папочки. Поиск. И вот там, где я вижу вот выражение, вот по нулям, я туда и не ставлю галочку. А вот здесь вот ставлю галочку «Почистить». Нажать, просит пароль,
завожу единичку. Вот, ну все, убирает да не моги, все остальное вот уже убирать уже не будет, хоть там 115 осталось. Могу здесь нажать еще, чтобы почистил. Единичку заведем. Ну вот, это, скажем так, уже мусор неубираемый. Вот этот вот. Закрываем. Достаточно. Вот основные, скажем, этапы поднастройки вашей сборки. Ну, теперь вы можете, как видите, создавать загрузочный раздел, бутовый, создавать, значит, корневой. Кстати, давайте посмотрим, сколько же на самом деле у нас занял место корневой раздел. Я под него выделил около 20 гигабайт. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут имеется с гуся. Вот 11 гигабайт, то есть еще половина места у нас в корневом разделе имеется. Вот. Ну и плюс 26 гигабайт в домашнем разделе. Ну, самое необходимое, это, как говорится, хранить вполне можно. Причем файловая система, значит, здесь MS-DOS. Вот. А я делал первый, значит, образ ISO на своем лаптопе, где у меня файловая система была Gparted. Вот при помощи программы Gparted я, значит, сделал System Bug, поставил System Bug'ом, создал, значит, ISO образ, проверил его на виртуальной коробочке, записал на флешку программы Etcher, и вот перенес программы Etcher вот сюда, на жесткий диск, в один раздел на 50 гигабайт. Здесь, значит, опять-таки я сделал ISO-образ программы SystemBug. И вот этот ISO-образ, значит, я записал, по-моему, Etcher'ом, а может быть этим. Нет, Etcher'ом. Записал на флешку. С флешки, значит, вот установил сюда, вот на это получилось три раздела. Ну и там маленечко вот пришлось повозиться с меню загрузки. То есть сам DPIN у него в расширенном меню, там не было такого варианта нормального recovery. А вот в Linux Mint, значит, в подразделе там починки, repair, значит, я просто-напросто, значит, обновил загрузчик. Вот. После этого, значит, я перезагрузил компьютер, и у меня сразу нормально оба моих DPIN-чика стали стартовать. Этот, который расположен на одном разделе, а этот вот, пожалуйста, который сейчас я при вас, как говорится, установил и показал, как он настраивается. Как видите, программа SystemBug, хоть и с небольшими, скажем, танцами с бубном, но сюда устанавливается, работает, создает надежные копии. Вот, а это самое важное. А так, значит, нужно признать, что сборочка такая очень хорошая. Значит, вот запомните, это вот один вариант вида, это вот другой. А здесь уже появилось меню выключения, и здесь у меня, и на кайрадоке. А с автозапуском делается просто по любой иконке. Вот так кликаете, добавить в автозагрузку. И тогда у вас автоматически будет запускаться при запуске системы, значит, та или иная программа. Вот, там Dropbox, MegaSync там и так далее. Представлено здесь все очень хорошо. Вот посмотрите интернет. Google, два облака, TeamViewer, Telegram, Skype, WhatsApp, Vaya. Дальше, значит, здесь, значит, идет вот из музыки музыкальный проигрыватель. Есть, значит, еще редактор аудио. Можно, значит, записывать звук.
Так, видео. Ну, пожалуйста, стоит SM Player, стоит Simple Screen Recorder, стоит видеоредактор OBS Studio, еще одна программа для записи с экрана, два плеера, даже три, раз, два, три, ну, я считаю, прилично. Здесь, значит, опять-таки, Steam я поставил для игроманов, только, как говорится, зарегистрироваться и играйте себе на здоровье. Ну, тут самые необходимые там программы, значит, есть офисные. Office стоит китайский, VPS, ну, хороший. Полностью совместим с Microsoft Office, только Office этот бесплатный. То есть электронные таблицы, текстовый редактор и PowerPoint. Значит, текстовый, значит, редактор имеется. Там принтер, ну, программка Cherry 3 тут уже, как говорится, без вопросов. Дальше, что еще? Ну, здесь, как говорится, посмотрите, это вот магазинчик. Кстати, через этот магазинчик я установил практически все приложения, кроме систембака. Вот можете себе представить? Никакие команды в терминале я там не писал, ничего. Вот все было установлено, все программы через этот магазинчик. То есть китайцы тут сделали очень такой классный магазинчик у них. Могу его порекомендовать. Вот, я через него поставил себе программку Etcher там для записи. Вот, смотрите, допустим, KyraDoc. Вот. Тут уже теперь есть удалить из автозагрузки, потому что я поставил ее в автозагрузку. Ну, меня это, скажем так, устраивает. Так сказать, у меня имеются две панельки. И я с ними могу там управляться по-своему. Вот. Вот таким вот образом. Самые необходимые программы, которые связывают Linux и Windows. Вот кроссовер вместо Wine стоит и стоит Play on Linux. Кто сильно озабочен, сидите, разбирайтесь, как говорится, на здоровье. Вот. Но сборочка получилась хорошая. Вот. Ну, размеры, правда, по-моему, там 3,3 гигабайта. Ну, ничего. Как говорится, в пределах допустимого. Но зато это DPIN, и тот DPIN, скажем так, который вы можете создавать свои копии. Вот. Так что оно того стоит. Ну ладно, самые необходимые сведения, значит, вам об своей сборочке я сдал, рассказал. Так что, значит, можете или ставить систембак, как я вам показал, или ставить эту сборку, из нее выкидывать то, что вам не нужно, ставить то, что вам нужно. Вот. Ну, с настройкой, вот меню загрузки, вот такая вот каверза, значит. Нужно добиться хорошего обновления меню загрузчика. Так что желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.